когда меня попросили делать этот фильм, как актер, я сказал нет. Они сказали, мы сделали второе, но второе не идет, как первое. Пожалуйста, сделай третье, четвертое, пятое. И я подписал и взял. Родители, отец мой, они были азери. Я не знал никогда, где буду спать, где буду кушать, ничего, потому что мои родители не имели ничего. Когда я был у вас и с моей женой, я был очень тронут. Я даже сидел на скамье и видел этот монумент взрослый. Я плакал так. Это когда я был в Баку, видел невероятно, потому что был сегодняшний архитектур и вчерашний архитектур, улицы, все, как чисто все, и потом как мозги синагог. Я сказал моей жене, как француз, я хочу идти в Баку и останется там.